Знакомиться парадокс, и это игра Get Even. Собственно говоря, мы начинаем уже с вот такого вот. Вот такого вот. Я давно не записывала с вебкой, я знаю. Я уже отвыкла от этого. А все важное в описании. Начинаем. Это игра. Это игра предлагать. И это игра про то, что мы путешествуем. Так, подпишитесь здесь, здесь и еще здесь. Мы будем путешествовать в воспоминаниях человека. Я обязана сказать, что сейчас включен режим только чтения, мы имеем право и будем вести запись, однако, чтобы вы не увидели, то нельзя будет предъявить как доказательство в суде. Так. Постойте. Я до сих пор не уверена, если это правильно. Мне нужно ваше решение. У нас мало времени. Еще немного, и начнут разрушаться клетки. То есть... Кто-то подписывает разрешение на сканирование нашего мозга, так как понимаю, сюжет игры, чтобы мы могли выяснить, что к чему, потому что еще чуть-чуть начнут разрушаться клетки мозга. Угу. То есть либо наш человек мертв, и у него скоро начнется распад мозга, либо. Итак. Блэк, не приближайтесь к месту обмена, девушка, у нас вам ее не спасти. Не вмешивайтесь. Спасти девушку. Охеретельная цель. Такие рыцари мы без страха и упрёку. Фонарь. Эй, нам сюда фонаря. Вы можете ознакомиться с управлением из меню паузы. Спасти вот эту леди. Спасти леди. Мы можем тепловизором пользоваться, смотри. Еще тут имеется вот это. Это для сбора улик. А, что-то мне подсказывает, карта мне будет нужнее всего. Готовьтесь, сейчас будет лагать. Потому что там дождик. Я постаралась настроить все так, чтобы игра не спускалась в говно по текстуркам и моделькам, и при этом не лагала, как последнее. Зволочь. Ага, это был предбанничек, ясно, ладно, понятно. Так. Мы можем что-нибудь еще сделать? Я помню, тут человечек был, когда я осматривалась. Да, вон он, блестит беленьким. Так. За мой шутган. Сейчас я посмотрю. Вон, видишь? Вон там впереди человечек такой. С желтыми конечностями. И подозрительно красным. И дисплюем. На своей рации. Иди сюда, человечек. Бам. Тап, чтобы достать смартфон. Это мы знаем все. Достань телефон. Р. Возьми. Р. Р. Класс. Вот такой вот трупик зеленый у нас имеется. Скажу сразу, прохождение будет не быстрое. Я подкрутила гамму максимально, чтобы не рушилась атмосфера и при этом... Было хоть что-то, блин, мать его, видно мне с этой лампой круговой. Смотри. Зырь. Ладно, сейчас пойдем обучаться. Посмотрю, как это будет работать. Эй, можно в калиточку выйти? Нельзя, заперли. С той стороны тоже был подъезд, но он тоже заперт. Да забуровали нас тут, а с тобою одних. Ади теперь и думай, что, блядь, теперь делать. Ага, зеленые индикаторы на этом, на экранчике. А можно тогда табуретку, что ли, отодвинуть? Ну-ка. Процесс обнаружения. Ага. Ладно, обнаружать надо не вот это, а вот то.
Вот которая. Вот Йента. Да. Когда совпадут рамочки, это значит mission completed и найдено то, что нужно. Панель управления, чего-то там. Военные технологии. О, опять военные технологии. Я люблю не военные, не технологии. Я люблю мирные, мирные все эти вот IT-технологии. Созданные для того, чтобы всем было хорошо и удобно. Вот это вот я люблю. Например, если бы у роботов-пылесосов была побольше мощность, это, вот это было бы хорошо. Кого? Кто тут тыщет? Кто тыщет мне на ухо? Я против такого АСМРа. Это нарушение моего личного неприкосновенного квадрата 1.5 на 1.5. Понимаешь? Такие требую сохранения моего персонального сундука с личным пространством. А с ноги? Где? А, ну да, мы же детектив, а не ОМОНовец. С ноги нельзя? Ой. Это что такое? Ты что такое будешь? Не скажи. Пепельница. Я уже думала, призрак. Я просто по тепловизору подумала, что... Сигарета. Один фрагмент отпечатка пальца. Блин, не хочу такой телефон. Нет совпадений по биометрической базе данных. Спасибо, Тиндекс, кулиса. Мы рады, что нет совпадений в базе данных. Ты меня прям таки обрадовала. Курильщик есть и совпадение в базе данных? Нет, представляешь? Не все курильщики злодеи. Они вредят только самим себе. А это законодательным преступлением пока что не считается. Ибо тогда каждый был бы преступником, был бы в базе данных. Что, в принципе, в какой-то мере облегчило бы работу, но, в принципе, было бы произволом. Тоже в какой-то мере. Вот так прямо в рожу. Ну что, кому теперь смешно? Сейчас тебе будет смешно, я достану свой пистолет. Лучше не шумить. F позволяет стать врагов быстро и бесшумно, но только вблизи. Есть еще и глушилка. Погамазал, тупая пушка. Дядя. Good morning! 10 утра, пора вставать, а не нести фигню. О, Р. Эй, чего я не могу взять? Дядь, дядь. Дай я тебе щелкну на память. Вот так вот. Вещдок не обнаружен. Слышь, ты не вещдок. Ты не человек, ты не личность, а даже не вещдок. Понял? Хамало. Дворотное. Листики шуршат. Кого? Это что? Погостите, а что мне надо найти здесь? Вот это? Р. Так, ну пули мне, очевидно, явно не нужны, наверное. О, смотри. Морда. Чейна морда. Анализ биометрических данных. Оружие опознано. Полуавтоматический пистолет. А-а. Да я поняла уже, что полуавтоматический пистолет. Понятно только зачем и почему именно эту фотку расстреливали. Кому он перешел дорогу? Перекусил провода в двигателе. Чувак, не знаю. Она же совсем девчонка. Джаспер говорит, что с ней ничего не случится. Просто делай все по плану. Кто это? Видимо, этажом выше. Вы видите приложение карты, и движущиеся объекты помещаются в реальном времени. В реальном времени. О, смотри. Вон там объект. Карта показывает, на каких этажах находится движущийся объект. Дай сюда. Эй! Ты куда? Ты куда? Куда пошел? Эй! Ухаё, ёптыш. Твою дивизию.
У меня есть вот это. Нет. В смысле, но нам стоит платить за дружище. Ого, кого? Where are you? Sons of bitches. Запомни, пока не дадут отмашку, код 3001. О, я теперь знаю код. 3001, 3001, мы с тобой запомнили. 3001, 3001. Там просто помнишь дверку? Такая интересная пьянница. Где... Блин, они находятся. Люди! 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 Ау! Мне что с карты, что без карты? Ей-богу, серьезно. Good morning. Christ. Господи. А. Жуткий жужу. Е... Вызывает киберган вправо. Shit. Shit. Кайберган. Да. Я не знаю, у тебя бывает только по воскресеньям. Ну, хоть раз сводить их не только за гамбургерами, алло. Алло. Здрасте, я убила вашего никчемного муженька. Который у вас, походу, дети раздельно сосуществуют. Ох ты, нихрена. Здрасте. Задолжница. Что за... Почему бомба сработала? Господи, где мать? А телефон не безболтает, хрен его, хрен с ним. Найди его, лады. Тихонько, 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 тихонько. Минус две головешки. Не подходи ко мне, не подходи. Ай, все хочу, то и делаю, господи. Все хорошо, я друг, я помогу тебе. Папа, ну, тебе прислал папа? Я знаю, что тебе страшно, но сейчас надо вести себя тихо, справишься? О, господи, мне нужно разменивать взаимодействие. Is it armed? Oh my god, it's gonna go off! You've got to help me! О, контрольная точка, контрольная точка. Да. Тихо, спокойно. Я справлюсь. 3001. Главное разобраться, как здесь это все устроено. Какие кнопки ткать надо, чтобы подтвердить такую-то кнопку. Good morning, товарищ. А мне нифига не товарищ. Здрасте! Где мать твою, Майк? Он не болтает, но вовремя найди. Лады. А готовьсь! Сейлс! Херач! Ты у вас головы железные. Только же выстрелов надо. Скубер Буна. Is it armed? Oh my god, it's gonna go off! You've got to help me! I know you're scared, but you have to be quiet. Can you do that for me? I'm gonna get you out of here. Это неправильно. О, все плохо. Наверное, так и должно быть. Ага, я друг. Я помогу тебе. Хранительно помог. Иди себя тихо. Да. А что за дверь там была?
А, слушай, надо... Там же код не меняется? Наверное. Так, good morning. Where I am? Oh, my head. Голова трещит. Помни бомбу, девушку. А если нажать последнюю контрольную точку? Вряд ли что-то позитивное будет. Скорее всего, так задумано сюжетом, что мы ее это... того... ошибочным кодом... зереваем. Это была бомба. Девушка. Ага, ну конечно. Ворота закрыли. Иди ты в баню, если ты не енот. Да? I don't remember this place. Конечно. What the fuck is going on? Я ни хрена не помню этого места. Че, какого хрена что-то происходит? Ред? Окей. Okay. Ладно. Looks like I'm going to building B. Пойду в корпусе Б, как и договаривались. Ред. Тот самый Ред. А Редов много на свете. Утро! Лё! Это, походу, не совсем утро, а скорее, блин. Ну, или утро. Я бы не сказала, что тут утро. Потому что утром обычно светлее. Го фоточек наделаем. Ух ты. Бомба, девушка. Кол Блэк пришел туда, чтобы ее спасти. Ага. Сейчас мы будем по крупицам устанавливать нашу прекрасную полену память. Нашу превосхитительную, блин, память. Что в корпусе? А? Что? Там направление? В каком направлении? Аноним. Нам туда. Ну ладно. Так. Сейчас я примерюсь и найду. Это что еще, блин, такое было? Что за... На ухо. Теперь ее вздохи мне на ухо будут слышаться. Не-не-не-не-не-не-не, я помочь хотел. Я не хотела СМРно пожизненно. Алло. Я слышу это. Ты это слышишь? Куда идти? Нам с телефоном, друг мой. Ты мне скажи, и я пойду туда, куда ты скажешь. Туда? Ты где-то тут останавливается? О, смотри. Смотри, беседочка. Ух ты. Что это такое? Найдено ДНК. Полуженский от 18 до 22 лет. Тик. Улики больше нет. Ну ладно. Корпус. Корпус Б. Что за корпус Б? Где я вообще? Связали, притащили, сходила в магазин за хлебушком. Никогда не ходите одни. Никогда. Только с кем-то надежным. В одинаре ходить — это лишний раз записывать себя в список похищенных. Пропавших без вести. Смотри, смотри, смотри. Там это. Это сам.
свой. Дыхание. И жу-жу-жу. Куго-куго-куго. Я еще не все смотрела. Алло, мото, ёпта. Ну я не все смотрела снаружи. Я хотела еще походить по травке. Клещей подцеплять. Ах, вы сволочи. Хочешь стать кормом для клещей, тебе не дают. 22 июня. Прошло 2 дня с момента трагедии. О, смотри. Ручка. А для чего нам ручка? Один совпадение, пациент 9-12. Пациент. Ну да, это как бы не похоже на что-то вроде тюрьмы или типа того. Это больше похоже на то, где содержали пациентов. Естественно, это фраза «пациент» — это нормально. Симулятор человека с телефоном. Понимаешь? Электрический стульчик. Ясно, мы попали в дурку. Возможно, из-за того, что случилось с нами ранее. С инцидентом с девушкой. Нас отвезли реабилитироваться, но не сказали, что психушка заброшена. Человек, который нас сюда притащил, пока мы спали. На диване. Я что, здесь один? Тепловых сигналов не обнаружено. Значит, один. Превосходно. Так и я тебе скажу, это превосходно. В наши времена отдых в одиночестве дорогого стоит, друг мой. Ну, телек. Ну, работает. Выключись. Бутылочка. Извините. Куда? Куда это направлять? Только что было 2. Здесь. Шкаф. Скример. Еще ручка. Чит. Какие-то скрижали тут. Наскрежетали. Понимаешь ли? Чит. Ох ты. О! Ты что такое? Кое в свету является следы крови различных химических веществ. Они ДНК. Пациент 2.19. Ага. На. Это, наверное, это ОФ-лампа. Следы крови. О! Так и понятно теперь, куда идти, скажи. От бескровных следов непонятно, куда идти. Типа, везде тебе открыт путь дорог. А можно я не пойду туда без крайней давности? Тут какие-то QR-коды. Прикинь. Нажмите КТРЛ, чтобы присесть. Мать твою, что еще? То самое, друг мой, то самое. Ах, запах электрощитков. Обожаю его. Куда ведет беда из следов череда, а? К уголочку. Обезьянка. Заколочено, заперто. Иди туда. Хиты. Надпись. Серьезно, сколько каракуль может быть в одном месте?
Эй! Ты что делаешь? Зачем выключил? Можно я не пойду туда? Чё-то как-то расхотелось. Чё-то мне как-то совсем расхотелось, знаешь ли, туда идти. Ладно, не ссать. Потом срать заставит. Точнее, обосраться. О, это твоя вина. Тит, чё, докажи. Презумпция невиновности, блядь. 6:43. Утро? А, наверное, утро, да. Но еще было бы 18:43. Хотя у кого-то 12-часовые вот эти вот все. АМы, ПМы. Смотри. Тут это. Что-то загоралось. Так. Это твоя вина. В каком, блядь, смысле? В каком коромысле? Ты мне скажи. Вот что мне теперь делать? Какие-то дымоходы. Вентиляция, хрен знает что. О, господи, люди, что происходит? Помогите! Осторожно, нестабильная электросеть здания. Используйте рубильник или предохранитель. Вода, наверное, теплая, я могу их использовать, чтобы найти. Наверное, нам сейчас не вот это нужно. То, что нам надо в соседней комнате, скорее всего. Поговода. Поговода, поговодочки. Ягодки, цветочки. А куда дальше? Туда дальше. А еще выше можно провода закреплять? Где дзынькнул тостер? Жрать хочу. А, точно, я же видела рубильник. Чё я туплю? Где? Запах электросити. Во. Смотри. Раз. Два. Три. Кикились. А чё? Не то. Смотри. Ага, правильно в порядке надо. Красик. Давай. Так. Два. Да твою мать. Что ты будешь делать? Это как-то по отдельному? Так, смотри. Сейчас это светится. Теперь эта штука облучена светится. И это... И вон там. Теперь можно свет включить. И что-то не кайфово немножко. Любой ваш поступок приводит к последствиям. Я кого-то сейчас 5 раз током ударила, что ли? А? Что за тык-дым в наушниках? Тук-т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 ук.
Это хоррор, ты не забывай. Идем с тобой на дорогу. За что именно ты отвечал? Неужели это ты все начал? Неужели это все по твоей вине? Смотри, о чем речь. Полагаю. I think so. Теперь можно мне пройти? Благодарствую. Ага. О, где? This is me. Это я, что What's происходит? Hello? Anyone Алло, there? Есть кто-то, кто-нибудь? Hey! А, это, видимо, наш Блейк. Блейк. Алло? Кто-нибудь? А вот это вот уже мы, да? Z, текст на экране. Что он там делал? F удалить. Something's not right. Здесь что-то не так. Да ты что? Правда, что ли? Обычно же все так подозрительных заброшенных психушках, которые тебя притаскивают силой. Обнаружен газ. Анестетик. Ну, газ, анестетик, ну... Странно, что его не забрали отсюда, но ладно. Кстати, вот так вот дышит. На ухо, это херовая, значит, ситуация. Значит, что пора к экзорцисту. А что проектор здесь делает, скажи? Это вот проектор? Или что-то там духи? Shit. На Wi-Fi с роутера не похоже. Алло! Ё-моё, good morning, блин. Э! А, мистер Блэк, прошу прощения за театральщину. Это часть курса лечения. Какого лечения, блядь, тут всё заброшено? Будет гораздо лучше, если вы будете просто дышать. Блин, а можно не лагать? Лагает, выпустите. Пустите меня за лагалу. Залагала, задышала. Ах ты ж, ё-моё. Залагивает, задышивает. Кто-то в ухе дышит. Где? Какого хрена? Эй! Вот так, мистер Блэк, расслабьтесь, дышите, вы снова с нами. Возможно, легкая дезориентация. Слышь ты, Пелахеров, выпусти меня отсюда. Эй, кто вы такой? Что за хрень у меня в голове, эй? Тише, мистер Блэк, это все, о чем я прошу. Ваше замешательство — побочный эффект лечения. Ага, лечение. Это неприятно, но я уверяю, вы в надежных руках. Если вам это поможет, зовите меня Ред. You stupid shit. Что ты со мной сделал? Вы накачали мне газа? Что, я что-то перед этим увидел в другое место. Поэтому вы здесь, мистер Блэк. Но сейчас время, не время задавать вопросы. Телефон верни. Скуда. Ага. Наша цель дойти извне, да? Есть куда выйти отсюда? А даже если нет, какая нахер разница? Правильно. Мы же играть пришли, а не выйти отсюда. Ой, не люблю, когда за мной двери закрываются. Когда дают оружие, тоже не люблю. Постойте, пистолет? Мой пистолет? Считайте это защитой, мистер Блэк. Столько доверия. А можно в телевизор стрелять? Как я могу доверить вам, если у меня глушили нацепить на голову эту хрень? Я поясню. Ваша память пострадала при взрыве. Вы сами пришли к нам, чтобы узнать ответы на два вопроса. Что вы там делали и кто эта девушка? Я знаю, что я там делал. Спасал девушку. Это уже прогресс. Пожалуйста, продолжайте. Охеренные квесты, блядь. Что продолжать? Алло? Охерительные квесты, блядь. Интересно, сколько я на это денег убухал. Хеллоу, блеха-муха.
Я заплатил за этот квест, дайте мне хотя бы несколько подсказок. Не просто гоняйте по коридорам. Алло. Смотрите. Текст на экране. Отдалить. Прокрутка по вертикали и горизонтали. Сразу текст давай. Прототип устройства визуализации памяти RR-003. Кодовое имя Пандора Свант. Савант. Да пошли ваши саванты в речку. Мне нужны такие устройства визуализации. Чуть. Так, клиника Литхерст. Спайхауз Лейн. Блок с идентификационные данные. 617. Джон Китинг. Адрес такой-то. О, взрослый дядя. Взрослый возраст 40. 56. 56-й год. Возраст 40. Как же это у нас брошена эта клиника? По-мужской раз. Ага. Так. Сколько специального обращения? Пока не определен. Отметки для специального обращения. Дата поступления. 96-й год. Ага. Давно тут его нет, походу. Или цать. Общие замечания. Пациент работал преподавателем английской литературы в средней школе Санерфилда. Господи, сложные слова какие. Но после автомобильной аварии у него, вероятно, возник синдром Клювера-Бюси. Надо будет загуглить. Две недели назад пациент пострадал в ДТП. После обнаружения у него возникли необычные симптомы. Он перестал узнавать родных и друзей. Вел себя на удивление спокойно, почти эффективно. И часто пытался засунуть в рот различные объекты. Свою записную книжку, простые бумажные стаканы, гиперорализм. Ай, сколько можно. После постановки диагноза пациент был переведен в нашу клинику, где мы назначили ему курс лечения карбамазепином. Из этих игр можно делать скороговорки, блин, для развития речи. Телефон дай. Where is my cell phone? Мне нужен мой смартфон. Здрасте. Что из всей этой сраной ситуации? Ку-ку. Мне же скажут, да, когда она начнет появляться. Трупик. Такие это глупик. Найди на совпадение. Уолт Кауфман. 28. Вооруженные силы через секунду. Военный, что он здесь делает? Да хрен его знает. Так, бла-бла-бла. Так, код специального обращения не определен. Пометка для специального обращения. Осмотр определенно не требуется. Так, поступление 97-й год. Пациент страдает тревожным неврозом и, возможно, депрессивным расстройством. Проявляет внешнее спокойствие, когда все решения за него принимают другие, и сильно возбуждается, когда принятие решения возлагают на него. Лишь бы не на него ответственность пала. Ясно. Послушный, малоподвижный по характеру, пациент быстро возбуждается, идет на конфликт, если оставить его одного на продолжительное время. Как собачка. Оставишь в квартире, всю квартиру разрушит нафиг. Пациента оставили в клинику, когда он начал кричать и плакать в местном супермаркете. Его мама бросила там. В полицейском отчете указано, что пациент шептал: «Они уже здесь и знают, что я натворила. Боже, сжалься надо мной». После предварительного осмотра пациент был принят на лечение и получил успокоительного. При последующем опросе психиатр выявил у пациента незначительные навязчивые идеи о заболевании, смерти и убийстве. Сложно. Так, пациент был разговорчив, но крайне неохотно отвечать на вопросы. Ну что ж, я, пожалуй, думаю, закончить пора на этом серию. В общем-то, это был канал Комикс Парадокс, игра Get Even, и если вам понравилось, то все, что нужно узнать в описании. Пока!